Ты не путай, меч с мечом, чай с мочой, кать с кончой, слив слива и сливу с алычой. Ну и что, как тебя вообще навальгали? Охуенно, я такой огромной стены нигде не видел. Готово. Почему? А что, у пацаны рисует, да? Thank you.
Короче, пацаны, опять-таки сливовые движения начинаются. Вот. Ну, в Ростове повешал так нормально. В горячем повешал слив. В Краснодаре вот сейчас. Чисто сливовые паки. Чисто прищавый такой. Тупой. Загрузил, бля. Ну, зато они чисто движняк. Краснодар яркий. Короче, вот такие кубы будут дикие. Чисто на затоне. Будем рисовать сегодня с кайфом. 2,5 на 2,5 квадратика. Подставки, короче, всем приготовили. Но я так достану с кайфом. Какие дела? Есть. Чисто монтаж, да? Монтаж кубов. Чисто это. Я же шеф. Сок, чисто шеф. Чтобы кубы собирались получше. Ну, это же кубизм, братья. У четырех человек, естественно, одну кубе, одна и та же палитра. Вы должны законнектиться с друг с другом, научиться взаимодействовать через один цвет. И каждый куб так делает. И вы выбираете себе здесь партнеров на каждом кубе. Кто пойдет первый? Восьмой, да? Киндер, наверное, часто открывал, да? Как... Transport connection, Lord got me in a transport connection. Can't let me till you said that when I was a child, them comedy. That when I was a child, them comedy. But no, me turn a woman never coming and see. I know me turn a woman never coming and see. I'm my name sister. Так, чё, кто следующий? Четко. Ой, баня. Прокомментируй. Кайф. Четко. Прокомментируй, как? Имба, дикая. Все, супер. Йоу.
Там что? Вот это же да. Прикольный спот. То, что здесь можно красить, типа, сразу купаться. И людей почти нет. Хоть сейчас и октябрь, но все равно с кайфом. Фух. Ну, единственное, конечно, если в обед рисовать, солнце жестко напекает. Вот. А так, сейчас спот очень крутой. Да, это они и были. Бля, вот сука. Давай. Не базарь. Сынги? Готово. Все? Да. Красавчик.
А чё? Пойдём, у тебя во дворе тут гостей, раз в расход. Бля, ну походу жесткий, да, получился? Ну заебись, нет. Ну охуенный, да? Теперь давай считаем, короче, смотри, первый вот этот, пацаны, чё, где рисуете, да. Второй где? Пойдем, кстати, через него. Блин, ну так нифига не понятно, ну это пиздец. Забрались, бля, вообще. Пиздец какой-то. На Шанхае, да, чисто? На рассвете. Лет подняли. Вроде там ролетик закрыли уже. Ну, короче, самое лучшее сочетание. Лимонад горячий, ключевской. Личи-пицца. Личи-пича. Личи-пича, да. И чисто спотец. Ты это все сделала, да, поэтому? По фирме. Ебать, смотри, там. О, бля. В итоге я один, походу, такой долбоеб. Бля, там не видно весь уклон, короче, оттуда. А чуть ли не на жопе. Вон тут всякие малышки аж теряют фланцы. Но за то, что я получил, сейчас посмотрим, стоило ли это того. Бля, ну это спускаешь, это просто экстрим. И в итоге весь пляж чисто мой. Никого нет. Я считаю, оно того стоило. Но это было вообще жесть. Ебать, эту лестницу перекосарежило, жесть. А на картах написано то, что вот, типа, лестница. На пляж можно забуриться. А тут вон оно что. Лестница, пизда. Ну ничего, кому надо, те проберутся. Бля, очищаюсь Робинзоном. Я иду на какую-то типа бухту, которую не подберешься, типа. Только с какой-нибудь яхты подъедешь. Там вон чайки тусят, типа. Потому что там людей вообще не ходят. И я туда пробираюсь. Жесть. Они размером с баллончик. Вообще, никого нету вокруг, только медузы в воде. Я не понял, кто еще не подписался на мой телеграм-канал Скималика. Заходим туда, там много интересного.
Вау. Надо супер спотеться вообще. Пахнет как. Ебай. Ну как будто бы тут на крышу можно залезть. В Геленджу.